Вот такой вот номер. Вчера мы сделали сердечко, сегодня одни лепесточки. Это от живых цветов положили. У нас трехместный номер. Балкон большой. Выход вид на море. Очень близко. Это наш вид с окна на море. Два кресла. Зеркало. Везде картины. Место для компьютера. Здесь холодильник. Маленький холодильник, приносят каждый день воду. Здесь обувь нам складывают. Мы приходим, разбросаем, нам все сложат. Туалет с ванной. Все чистенько, полотенчики каждый день свежие. Здесь и здесь полотенце. Фен маленький. Это нужно увеличительное. Большое зеркало, умывальник большой, приносят постоянно шампуни, гели, я бы не сказала, качество прям хорошее, но неплохие. Неплохие стаканчики, зубки чистить. Мы сегодня купили какую-то египетскую зубную пасту, или индийская, или египетская, очень хорошая, понравилась. Душевая кабина. Душевая. Обычные шампуньки у нас лежат. Вот такой вот душ. Все чистенько. Постоянно моют, постоянно убирают. Ведерочка стоит. Туалетная бумага. То есть за наличием всего следят. Тут большой шкаф. Большой небольшой, но места хватает для всего. Шелочек 7 всего. Здесь я чемоданы свои уложила, рюкзаки. А здесь разложила вещи, потому что не хватает вешалок. Номера все закрываются, открываются вот такой вот картой. Свет автоматически все выключается. Все, свет мы выключили. Постоянно приносят кофе, чай, чайник. Чайничек что-то у нас не выключается. Водичка постоянно, две бутылки в день. И блокнотик. Такой вот нам выдалась ручка. Розетка, две розетки в комнате. Ну, по крайней мере, нам их хватает. Место тоже у меня для обуви. Каблуки мои стоят. Очень красивая. Красивая, очень зеленая, море близко. Ходить далеко не надо, мы живем на первой линии. Я не могу нарадоваться. Просыпаюсь утром, у меня море, очень пахнет. Так пахнет, я не знаю, цветы какие-то цветут и безумно пахнут. Так приятно просыпаться под аромат цветов.